С 15 января полицейские проводят акцию «Владелец». Сотрудники проверяют, насколько ответственно выполняют владельцы гражданского оружия требования по его хранению. Также ведется работа по выявлению и изъятию незарегистрированного оружия. На сегодня выявлено 4 таких факта. В Казлажарском районе у 39-летнего сельчанина в гараже обнаружено незарегистрированное гладкоствольное ружье ИШ-18 и дополнительный ствол к нему. Собран материал по статье 482 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Изъятое оружие направлено на экспертизу. Двое пенсионеров добровольно сдали ружья ТОС-34 12 калибра. Еще один житель района занимается комиссионной продажей своего ружья. Всего за первые 3 дня акции полицейские проверили 1370 владельцев оружия. Выявили 11 нарушений правил хранения, 12 нарушений срока перерегистрации, 4 факта незаконного хранения оружия. Полицейские напоминают, только добровольная сдача незарегистрированного оружия избавляет от уголовной и административной ответственности за его хранение.